всем, кто соберется вот из такой вот лампы делать ультрафиолетовую бактерицидную лампу для дома, помещений, квартиры, не знаю, что там у вас. Хочу сказать, что ее не так просто разбить, не повредив именно вот эту вот сердцевину. Я вот здесь вот две штуки испортил. Одну вот просто на камне разбивал. И что вышло, сердцевина, считай, полностью вот разбилась. Там трещины пошли, деталь отлетела. Вот вторую я уже в пакеты завернул плотно. В две штуки даже. Оно с хлопком, оказывается, и пакеты разрывает в клочья. Вроде бы все получилось. Почти обрадовался. Вот. Вот эта вот штука отпала. И там уже трещины тоже пошли. Работать уже не будет. Хотел уже не молоток использовать, а к палке телефон Nokia приматывать. Потом как-то подумал, взял скотчем обмотал. Начал стучать, и ну так тихонько себе трескается. Постучал где-то вот до этого места. Колбочка на месте остается. И просто-напросто вытянул аккуратненько. Вот что вышло, получилось все хорошо. Протер спиртом его, как советуют в интернете. Не знаю, надо, не надо. Говорят, нужно, чтобы не взорвалась. Сейчас вот попробуем запустить. Пошло дело. Все работает, можно пользоваться. Ну вот теперь вы знаете, как безопасно ее разбить. Если это вам, конечно, нужно. Все, всем пока.